Всем снова привет! Сегодня я вам покажу свою покупку Nov Age крем антивозрастной для рук. У него есть защита SPF 25. Да. Что значит цифра 25? Это значит коэффициент такой. Пребывая на солнце, например, насколько ваша кожа склонна к ожогам. Если вы на пляже краснеете там через 10 минут, да, то значит вы должны умножить 10 минут на 25. Получается 250 минут вы можете пребывать на солнце при нанесении такого крема. Так, крем сам по себе идет в картонной коробке. На нем темно-серая цветом нанесена краска и буквы. Красиво смотрится, так, знаете, презентабельно. Серые буквы, темно-темно-серые. Так, здесь состав. Сделан крем в Польше. Код его 35073. Использовать после 12 месяцев, как откупорили бутылочку. Да, крем очень красиво выглядит, если на подарок даже. Так, это сзади. Значит, что нам обещает производитель? Ага. Крем густой. Я еще, значит, им на сайте писала, что ничего себе цена на крем. Он, по-моему, пришел за 114 гривен. Умножайте на 2,5. Будет в рублях цена. Он густой. Вот такой расход нужен для двух рук, чтобы, значит, все напитать. Он густой и питательный, жирный крем. Странно. Вот у меня практически нет веснушек на руках, но камера так все выделяет. Ну, да, интересно. Так, читаем. Значит, многофункциональное средство для защиты кожи рук от сухости и уменьшения возрастных признаков. Новая формула, обогащенная тщательно отобранными ингредиентами, помогает визуально сократить морщины, пигментные пятна и выровнять тон кожи рук. Крем усилен мощным антиоксидантом, содержит SPF 25. Также помогает восстановить и укрепить кутикулы, предотвратить ломкость ногтей. Средство обеспечивает длительное увлажнение, делая кожу более гладкой, эластичной и молодо выглядящей. Клинически доказано значительное сокращение морщин, потом значительное сокращение пигментных пятен, эффект 24-часового увлажнения. Кожа рук хорошо увлажнена даже после нескольких контактов с водой. Крем помогает восстановить потрескавшиеся кутикулы, 81%, и еще также тон кожи рук визуально выравнивается и текстура улучшается. Что здесь еще нанести? Значит, следует кончиков пальцев к запястьям, уделяя особое внимание кутикулам и ногтям утром и вечером в течение дня по необходимости. Также можно использовать крем в качестве ночной маски для рук. Вот такая хорошая вещь. Будет скидка, возьму еще. Что я им писала на сайте? Я писала, что я мажу руки иногда кремом для лица, всякими антивозрастными, особенно New Age, там, где трипептидный комплекс, потому что не жалко на руки наносить такой, в принципе, дороговатый относительно крем, да? Потому что обычные крема – это обычные крема. А когда хочется восстановить кожу рук, можно и нанести более дорогие средства. Так вот, я им писала, что ничего себе цена за 50 миллилитров. Да? Испачкала. Но, попробовав этот крем, я поняла, что это практически вот этот
Нувейджа коллаген, только в тюбике. Очень крем похож на этот зеленый ночной крем. Аромат приятный. Приятный аромат. Немножко даже цветочный, так слегка. Крем жирный, густой. Вот. И мне нравится. Значит, самое интересное, что коллаген, когда первый раз вот наносишь на кожу лица, он скатывается, он отшелушивает кожу кислотами своими. 2-3 дня кожа скатывается. А потом уже она обновилась, она как бы отшелушилась, и кожа получается упругая и гладенькая. Вот здесь тоже крем скатывался 2 дня. То есть он убирал мои омертвевшие клетки. И теперь, значит, он будет работать дальше на восстановление. Ну, посмотрю, как будут выглядеть мои эти пятна незначительные. Да, за зиму, конечно, руки подсохли, но будем восстанавливать. Так что я крем рекомендую. Присмотритесь. Лучше, как говорится, в чем-то себе отказать, но купить отличную вещь, уходовое средство. Спасибо за внимание. Всем спокойной ночи. Пока. Или доброе утро. Пока-пока. Так, продолжу. Смотрите. Вот видите, вот он скатался. И судя по цвету вот этих катышков, видите, они какие-то сероватые. Но действительно, как кожа, как будто бы. Сейчас пойду это отрушу. Да, и да, он щиплет. Щиплет руки. Вот видите, даже покраснели слегка. Что это у меня такое? Где это я? Обожглась, что ли? Не помню. Что-то делала по дому. Вот, крем скатывает кожу. Это не сам крем. Сам крем белый, понимаете? Он не может превращаться в серое. Ну, это, конечно, мои догадки. Это, значит, третий день использования крема. Конечно, это немножко неприятно, но если крем работает и он подпекает, значит он работает. Если нет, значит я вру. Вот такая особенность у крема. Все, пойду дальше втирать, пошла дальше отшелушивать. Видите, как блестит крем? Он, в принципе, наверное, не впитается. Ну, буду втирать и отшелушивать. Пока-пока.